В Тлеоросинском районе горит лес. Такая информация поступила в МЧС по Республике Дагестан накануне в 17:30. Общая площадь горения составила 3 гектара. От очага возгорания до населенного пункта села Анада 1,5 километров. Пожар длился всю ночь, а утром сегодняшнего дня силы МЧС возобновили тушение. Замедленный процесс борьбы с пожаром связан с труднодоступностью для спецтехники местности. На данный момент огонь ликвидирован. Всего к пожаротушению привлекалось 61 человек и 7 единиц техники. В том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 33 человека и 6 единиц техники.